Горилла – самый крупный представитель семейства приматов на планете Земля. Но самый крупный не значит самый грозный. Они едят исключительно растительную пищу, а живут гориллы небольшими стаями до 30 особей, среди которых самец-вожак и самки с детенышами. И агрессию вожак проявляет только в случае возникновения опасности для своей семьи. А еще гориллы очень умные. Они способны выучить человеческий язык тела и разговаривать с человеком на самые разные темы. Известная горилла по кличке Коко выучила около 1000 жестов и легко общалась с людьми, могла шутить и понимала шутки людей. Сейчас гориллы занесены в Красную книгу. С вами канал «Планета Земля».